Всем доброго дня. Сегодня уже 5 января. У меня был сейчас клиент. Спрашиваю, о чем мне рассказывать еще? Знаете, что они ответили? Расскажите о том, какие у вас крепкие теплицы и как обслуживать зимой теплицу. Например, говорят, у вас же не надо снег чистить, у вас 10 лет гарантии. То есть у нас 10 лет гарантия по снеговой нагрузке. Видите, мы нигде снег не чистим, специально на образцах, чтобы показать. Так вот, в чем причина, когда идут люди, которые обожглись. Вот сегодня они были, они обожглись, у них сломало в прошлом году 2 теплицы. Они год целый искали, у кого купить. Пришли к нам в январе, потому что они звонили осенью, скидки и так далее. Все сейчас экономные, все считают денежки. Поэтому пришли к нам за... Вот сейчас оформили две теплицы. Поэтому рассказываю вам. Смотрите, на нашей теплице, если вы приобретаете с монтажом, идет 10-летняя гарантия. 10-летняя гарантия на что? То есть это по снеговым нагрузкам без ограничений. То есть не надо ставить подпорки, не надо чистить снег, как многие сейчас блогеры там показывают, где у кого много снега выпало. Ничего не надо с теплицей ездить, не спать и так далее в хороший снегопад, а просто зимой отдыхать, жарить шашлыки, заниматься своими делами, высаживать рассаду. Между прочим, скоро у нас период рассады, высадки уже, и радоваться. Так вот, про наши теплицы вы поняли. Но они спрашивают, многие из региона спрашивают, как так, вы даете гарантию 10 лет по снеговой нагрузке. Я говорю, с монтажом по закону, да, о законе прав потребителей. Потому что мы не знаем, как... Но конструкция это одна и та же. Видите, снега сколько? Одна и та же. Что мы ставим на монтаж, что мы отгружаем, одно и то же. Как быть в этой ситуации? То есть, если вы соберете все правильно, у вас ее, естественно, не раздавит никак. Теперь совет тем, кто купил теплицы без каких-либо гарантий и не знает, что с ней может случиться зимой. Берем самую распространенную форму, которая идет без гарантии практически, эконом, дешевые. Вот даже на арочную мы даем 10 лет гарантии. Хотя вроде бы все то же самое. И шаг у нас больше. Метр, да? Давайте форточку. Метр между арками. А мы даем 10 лет гарантии без ограничения по снеговой. Как так? А все очень просто. Все заключается в качестве изготовления толщины стенки. Вот, так вот, тем, кто поставил теплицу без гарантии, один рекомендованный способ, если он не хочет ездить зимой чистить снег, сделать балку из бруска, из любого дерева кверху прикрутить и поставить подпорки шагом 1,5-2 метра, лучше через метр. Но тут опасность в другом тогда будет. В чем опасность? А в том, что если поставили вы недорогой поликарбонат малой плотности, у вас будут образовываться мешки между арками. И поликарбонат, хороший снегопад, у вас окажется внутри. Чем и пользуются многие недобросовестные производители. То есть, ставят дешевый каркас, ставят дешевый поликарбонат. Дают гарантию. На каркас, самое что хитрое. Поликарбонат оказывается зимой в теплице, они говорят, так мы на каркас давали, до свидания. И наоборот. Получается, если вы ставите хороший каркас, тогда теплица раздавливается полностью вместе с каркасом. Поэтому ставьте подпорки, делайте распирающие стойки и ставьте почаще тогда прогоны, если у вас недорогой поликарбонат. Ну вот, все очень просто. Так что всем прекрасного дня. Видите, снег лежит, никто не... Отличной зимы и отличных урожаев. Приезжайте к нам за теплицами.